Ой, Дарья, добрый день. А будьте добры, подскажите, пожалуйста, ваш адрес почтовый, где вы находитесь? Ага. Так, а индекс помните? Ну, да. Ага. Индекс почтовый? Ага. Нет, почтовый индекс я вам не подскажу. Давайте просто почту вам скажу. А, нет, почту не надо, там, ладно, там письмо. Ну и фамилия, инициалы, у вас начальник мужчин там по сети главный, по сети ресторана. Как его, фамилия, инициалы? Недобровольский АВ. Это Александр Валерьевич, да, вроде? Ой, перепутал бы. Андрей Владимирович, да. А скажите, у него еще зам есть, который вот, ну, который по вашему ресторану курирует? Ну, директор, что ли, я не знаю. Как его? Ну, да, у нас управляющий есть. Как? А как зовут? Ну, женщина у вас, да, я знаю. Как зовут ее? Ее зовут Анастасия. Анастасия, точно, да. Анастасия. А она на месте сейчас? А вы почему интересуетесь? Да, просто переключиться. Сейчас, сейчас, секундочку. Нам с кем надо переговорить? Или с тем только? Пока нет. А скажите, а вот с Андреем Владимировичем по какому телефону связываться? Там он же в офисе сидит, наверное, да? Ну, вы можете вот на сайте посмотреть, у нас ага. информация по офису. Ну, там городской телефон написан, да, вот этот, который на сайте? Да, и вы туда звоните, там у вас есть что-то серьезное, вас там соединяют. Ну, серьезно тут у меня, да, руководитель у меня, Полина Александровна. Ладно, все, понял, хорошо. А вас как зовут? Дарья, а вы курируете в администратор, да, Дарья? А, все, понял, Дарья. Ладно, все, спасибо, Дарья. Хорошего дня, всего доброго. До свидания. Вот так Дарья сдает своих руководителей.